И по словам он избит там бегает. Не началось. Не, вот не прибыли, как дуба. Блять, я не успеваю переключиться на эту... А курить на балконе? Да. А на кухне, когда куда? Да. Тут один балкон. Ну, мало. И это не конец левела, вот это меня больше всего бесит. Ну, блять, ты будешь лететь-то или нет, пидор? Короче, в чем? Я просто... И как я должна туда прыгнуть? Ну, то есть, я мне напомню, что марафонишь, типа, игры детства, как раньше, там, сидела, там, киноман, дэнди. А как играются игры? Ролится? Ну, короче, либо мы ролимся, у нас есть список. Список ностальгирующих игр, да? Да. А там есть джин какой-нибудь? Есть. О, заебись, ностальгия. Ну, либо ты можешь сесть, короче, сказать, я буду походить эту игру. Я в джину хочу пройти, встретить, не проходил его. Я не понимаю, как там забираться. Я хочу обосраться и ну все, отлично, так будешь походить. Ну или что-нибудь другое. У меня есть начальник, на самом деле. Там можно будет сказать, срать типа густо. Нет, нет. Сейчас я попросить не хочу делать, потому что я устал. Скажи мне сердечко. Я сдавался, иди далеко. Блин, у меня уже на самом деле мозоль. Да, вот лес нужно перейти. Да. Я, короче, захожу туда внутрь, и там поедет больная бабка сумасшедшая. Я к ней подхожу, говорю, а типа как мне пройти вот на эту улицу, как в Лебединской, Лебединская? Спасибо, брови! Она что? Сел мне на уши, а еще будет дичь парень. Как интересно, когда они у него кидаются. Блять, брови, всю стримхату пытаемся не палить свой адрес, потому что все доёбывают, приходит, говорит, молодец. Ну я же дом не сказал. Улица большая. Они тут по магазину уже вычисляют, а ты про улицу. Чем Брэнд когда идет у Никита? Короче, рядом есть магазин Dixie. Они уже знают. Никита, шо ты? Блядь! Да ёпт! Ну все, я уже просто офигенно. Блин, только сейчас понял, что без задержки это изображение. Я и... Ты, бля, давно не стрелял. Я такой, ничего себе совпало, да? Кричит, ты умираешь, блин. Сука! Да, Блин, делаю фотку из окна. Заказать полё адрес. Чё так мало-то? Ну, он деспер, ты чё, не видишь? Just Dance Bro Edition? Не, не ну, сильно. Ну, привет, баран. Just Dance не будет. Нет. У меня сейчас будет Just Dance, опять продайте сюда. Да Пурпур. Она в чате Пурурин, по-моему. Да. Как там его? Барри, а не Барри. Ты Барри? Барри. Барри. Барри или Бас? Нет, будет Барри. С бабушкой. Брови, тут 100 рублей тебе донатили на новые кроссовки, потому что ты аутист и пошел пешком. 100 рублей мало, что за кроссовки такие? Смотрите, какой он. Ну что ты, Барри? Да я в любом факсе ли это? Про Барри еще черти когда. Барри. Кайфа. Нравится, как это медленно движется в пробке? Да, он еще в пробке. Кто? Мейсон. А что такое Мейсон в пробке? Потому что я не спрашиваю, он гейт, он в пробке. Я просто до утра загорал в пробке. С вчерашнего вечера. Ну, Москва пробки такие. Так вот, блять, как сюда нужно забираться. Ну, ёпта.
Пожалуйста, хп. Эти хуйни, а не хп. Блять, только не говорите, что мне сейчас... Что это за срань? Валя. И где он упадет? Ой, не простал. Да я сейчас. С ноль жизни, я сейчас я затащу. Нужно ждать, пока он три раза выкинет огонь, потом только его бить, что ли. Блядь! Да, 18.00, как обычно. И марафонка, видите, завтра. И борда вторая, завтра будет. Саша, вообще программа. Да нет, блядь, тут же будут меняться. Я буду выспаться тогда. Да нет, зачем? Я уже выспался. Пусть мне хп не восстанавливают. Нормально, вы живете. Вот лайками, вот лайками у нас работает. О, бля, я много кроссов. Ты тоже второй раз считаешь? Да я что-то пропустил, я только справа стоял. Ничего себе. Кто пришел, уже зарабатывает. Ты еще не пришел, уже кинули вообще-то. Да, я даже еще играть не начал, уже зарабатываю. Мне теперь надо стримить. Мне даже стримить надо, чтобы стримить. Я же только что на этом уровне была. Ну, я дошла до босса и пососала. А босс последний? Нет. Ну, градец, на стороне. Все, конечно. И вот будет суббота в стране, да, на день? И только до этого. Ну, в основном. Ну, сейчас отсекся. Там еще первая сотка есть, твоя любимая. А что там, что у нас есть? Ну, конечно, ладно, еще пойдет. Тебе 163 игры перечислить? Нет, игровых или сельных скиллз не позволяет. Resident Evil обещал Мэдисон пройти. Кидай мне Войдинг. А, нормально. Там какой-то ворон надо у него. Блядь. Какой-то есть. Квейк есть, короче, на PS1. О, Квейк я могу стащить. На PS1? Вообще. Без стиков. Смотри. Ты будешь без стиков. Ну, разве без стиков так? Как я до этого наверх запрыгнул? Там стик дублирует это. Да изи, чё вы там, изи. Ну, ёпта! Хочешь я тебе помогу? Нет. Сейчас я приеду. Ты... Висит такой бойс, мы правильно тоже вообще-то не знаем. Ну, да. Да пора позже, чё? Когда уже от меня отстанут, там, правильно? Ты даже бог хардкора пацан, не понимаю. Потом приехал, уже Москве мне дали банк. Или кроссовки сдавать. Я еще даже ничего не сделал. Популярность придет менять.
Сейчас на работу строится, будет бойлер снимать. Привет. Мы тут готовы. Стример, чтобы строиться на работу потом. Не левый его заяц, а лысый. Че, бат нормальный? Я тут... Там угарный бой. На, попробуй. Ну, я попробую вчера ящик купил. Ну ладно. О. Отвечай, врага, что нажрется и затащит все вообще. Бровян! А ты какого хочешь червяка Джима? Больше первого или второго? Самый частичный. Отвечаю вообще. Бровян, как ты думаешь, за сколько пройдешь? Да. Как дольше всего санина? Не, серьезно, ну это девчат. Че проходить? Лер, смотри, когда он спускается, бьешь его и отбегаешь как можно дальше. Тогда уже через них прыгаешь нормально. Так, типа же. Ну-ка. Белюга, ну, залезь направо. Это вчера в этих играли, выходим за привидение, где второе улице. Где везде выходит? Ой, фу, пососная игра. Да фу, лучше охотники, которые есть. Ну блин, ну лучше охотники из того, что остальные охотники еще более пососные. Да. Так, конечно. Ну, нормальная игра. Блин. А пососка понят проще. Может там аутист. Варя. 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 Бабушка. Варя. А ему ничего не видно за ушей. Не, он старый. Сколько ему? 11. Взять еще молодой, нормально. Сам разгар. И молотки кидай. Не жоп молотку. Чё? Молотки кидай, да-да-да-да. Блять. Всё, больше нет молотков. Заебись, спасибо, Гитман, помогло. А, нет, вот ну можешь ещё раз кинуть и забежать закатывать со временем. Отходи ты подальше. Я не понимаю, как доджить огни. Вот так вот, всё. Отец стоит. А, всё понятно. Да бей его! Без... С прыжка молоток заскни. Я буду припрыгивать. Дай, молодых, дай, они же бесконечные. Ну бей его, поможет. Блять, Брови, иди нахуй! Я понимаю, гид хотя бы по делу, блять, помогает. Просто говорит там страту, а ты просто сидишь, ну бей его, бей! Бей его, бей! Это самый топовый подсказ. Ой, плохо все, ой, плохо, ой, плохо. Бей его, бей, бей, бей! Мне повезло, повезло, повезло. Какой-то уровень там спрашиваешь. Блин, последний. Сколько мне лет? Мне 16. Я спрашиваю, сколько лет ты не спал? Я говорю, так, вот это 14, 15, 17. Это я помню. Я думаю, какой-то чувак в чате написал, я тут самый старший, мне 30. И бабка Грозь сидит, кровается. Ну, ладно, блядь. Не надо, ладно, не надо, все. А умер что? Нет. Просто скривил рожу и уехал. Блять, отлично. Какой это ты? Ну я попала. Ну попала, да. Game over. Это опять заново. Да уровень-то короткий, 3 экрана всего. Брайан хорошо сохранился, поэтому не сни. А где связь? Или логическую использовать? Надо бить и убивать. Значит, последний уже нет. Да и последний. А последний что, из одного босса стоит? Нет, последний там вулкан и внутри. Я фу, ненавижу вулканы уровни во всех играх, они везде пососные. А ледяные? И еще хуже. Ну, кусалочки же есть вулканы уровни, они тоже пососные. Я не помню, я еще раз сам. Это вау, Лев, походи. Ну, кстати, самый сложный. Вулкан, я имею в виду. Да! Блять. Топ-перс.
Ридер уже